Заехали мы, короче, по делам. Пожрать. Покушать. Опять Бочи-сарай заехали. Получается. Ой, ой, реклама еще идет, да? Бочи-сарай. Набрали. Маринке очень захотелось что-нибудь. Она не знала чего, но ей чего-то захотелось. Я сначала думала, возьму блин с печенью. У нас сейчас такой не одинаковый вкус. Вкусы меняются. Соль надо. Давай, посыпь. Там соль есть. А там булочки на себе еще взяла. Сейчас покушает и еще. Это вкусно у них булочки. На 900 рублей, ребят, у тебя все вот это вот вышло. Два шашлычка получается. Вот это то еще. Да. И получается вот там вот чайничек черного чая с чабрецом, да? Да. Вот у нас такая прекрасная погода на улице. Прекрасная жена. Еще бы меня не тошнило. Шикарная. Вообще хорошо. Но это токсикоз, ребята. Токсикоз. Очень сильный. У нас так всегда. Ну что, Маришка, шашлычок как? Очень вкусный, сочный. Я сегодня ехала около Горьковского парка, мы с Сашкой летом всегда ходим туда, на шашлыке. И думаю, работает он там или нет. Но вот здесь купили, тоже очень вкусно. Нямка, да? О, морковка. Еще бы пивка, только вот не пьем, да? Слава! Помахай всем ручкой, скажи привет. Едем мы домой. Дом у нас первый день. Первый день ремонта. Там дома билдам. Надо сейчас думать, куда вынести ванну временно. Ну, подобное. То есть вообще не представляю, что сейчас там будет твориться. Могу подложить на балкон или там места не будет? Куда ты пошел? Женская логика. Даже не подумал сказать. А как ты представляешь, что мы ее вытащим на балкон? Через дверь. Через какую дверь ты собралась вынести вот такую ванну? Дверь там побольше. Впихнуть не впихнуемую. А куда ты ее предлагаешь? Куда я предлагаю? Давай. Я вот сейчас подумаю, когда приеду, увижу и думаю, что что-то придумаю. Но логически я ширину двери знаю и ширину ванны знаю. Она никак не уйдет. Что это такое было? Слава устал. Настя себе пол лица снимает. Зачем-то. Ну смотри, если я вот так делаю, то она начинает трястись из-за того, что я положила руку на стекло, но так нам видно с тобой вдвоем. Но сейчас видишь, как она трясется. А на воздухе нельзя держать руку? Нет, тогда у меня пол лица видно. Выбирай одно из них. Ку упал. Славка, больно? Угу. Ну-ка руку смотрим. Это что такое? Класс. Кровь. Что, домой? Угу. Давай бегом. Давай, это ты разогнался слишком сильно, да? Mm-hmm. Ботинки не послушались тебя, да? Mm-hmm. Блин, бежим быстро. У нас кровь. Марина, у нас кровь. Марина. Марина. Всем привет, я с вами Петрусенко. Есть папа. Да. Есть полоскан. Давай покажем. Вот. Кожи есть немного. Вот, там была кровь. Немного, но мы ее... На улицу, да, упал, получается? На камешках. Ну, камешки упал, бежал. Если немного кожи видите, если немного кожи достать, ну, не стоит этого. Ну, давай тогда сейчас, ну, что мы делали? Давай, смотри, не убирай это. Мы делаем первую помощь, оказываем Славе. Угу. Так, мы, значит, обработали вот этими салфеточками, да? Это, ребят, компьютер новый стоит, за 300 тысяч будем собирать. Потом. А мы еще вот эти. Вот, это у нас перекись водорода. Да, вот это вот мой работает. Большой компьютер, ящик, вот там да, еще один огромный будет. Работает. Собирать, отдельное видео будет. Ну, да вот, на него еще перекись все мы сделали. Так, пальчики мы не трогаем, да? Пальчики да. Мы ни в коем случае не трогаем. Сейчас мы подули, ну-ка давай. Вот, чтобы там все прошло, хорошо да. Дуем, да? Давай. Да. Покажи, как надо дуть, когда на ручку, на ранку. Вот, вот так мы подули. А сейчас мы сделаем пластырь. У нас где-то был детский пластырь, да? А можно будет брать планшет? Планшет играть можно будет, я думаю, что... Завтра утром. Сегодня она должна зажить, ранка-то. А то, думаю, всю грязь-то вроде с тобой достали, все вымыли. Да? Давай сейчас тогда приклеим и покажем, как это было, да? Ну-ка, давай показывай, какой мы пластырь нашли. Вот, специальный детский пластырь. Папа как-то по акции увидел его, продавали в Пятерочке. Он прям там, ну-ка, давай посмотрим, что там написано. Вот, пластырь, стой, держи, с рисуночками. Так, вот такой пластырь. Сейчас мы наклеим и покажем, как у нас все это вышло. Что это? Ну-ка. А здесь вот это.
Вот они все с ракетами. Вот какую это. Выберем ракету? Какую? Вот эту. О. Давай. Первую, вот эту? Да. Вот эту, да? Все, сейчас, да. Сейчас ее отберем и наклеим. А ты, может, поддержишь этой рукой? Да. Телефон. Вот так вот, держи. А как, одной только? Да, одной, другой так вот держишь? Нет, вот так вот держи. Вот, а папа будет распечатывать. Сможешь так держать? Угу. Давай, папа распечатает, и тебе наклеит на ручку, ты ручку подставишь. Угу. Сам процесс снимешь. Как это у нас получается? Мы же должны показать детям, угу. Да? У нас, ребята, пыльно, потому что у нас идет ремонт полным ходом. У нас сегодня плитку делали. В других комнатах, но пыль все еще летает, потом надо прибираться. Вот так вот, за эти два кончика здесь вот так вот. Многие задаются вопросом, начинают отрезать, а тут специально кончики есть вот такие. Вот Марина, кстати, у нас пытается все время тоже это отрезать пластырь вот так вот. А тут надо просто порвать. Потом мы один пластырь вот так вот, кончик берем, так вот отлепляем, uh-huh. Да? Так, и давай ручку. Так, держи крепко. Вниз вот так вот ручку давай, так вот. Ты что так дышишь? Переживаешь, что ли, настолько сильно? Угасываешь. Ты не переживай. Боюсь. Вот, видите, как это вот так происходит? Так, снимай сам процесс. Вот, смотри через камеру. Ты же у нас сам себе режиссер. Вот так. И просто так отпустили. И вот так. И все. И у нас вот наклеено. Получается, да, на ручке. Вот такая это ракета. Папа делал. Это папа в трусах сидит. Ладно, что теперь делать? Скажи, на пляж тоже в трусах ходят, да? Да. Ничего страшного, тем более я в боксерах, адидасовских, нормально. Ну все, теперь у тебя ручка ракета. Ну-ка попробуй так тихонечко сжать. Работает ручка? Вот, видишь, она чуть-чуть сжимается, все хорошо. Завтра уже она заживет. Давай теперь мне. И скажи слава Петрушенко. Всем пока. Слава Петрушенко, всем пока. Слава Петрушенко говорит, всем пока. У нас такой замученный, у нас, видите, ребят, там вообще черти знает, что творится время у нас. Время 12 час ночи. Тихо, там не ходи, я сейчас перейду. У нас здесь, ребята, биде, что-то эти шкафчики, у нас пипец просто все заполнено. У нас верхняя одежда тут, потому что в коридоре вообще. Да. Это вообще ужас, короче, ребят, что творится у нас. И вот видите, это мы сейчас Славке первую помощь оказывали. Да, слава. Так, ребят, я дико-дико извиняюсь. Вот у нас идет такая стройка дома. Ну, соответственно, видео будет отдельно, как у нас делать с ванной туалет. До конца смысла показывать пока не вижу. Вот, все будет в конечном видео. То есть там разбивка будет на два видео, скорее всего, потому что одно будет длинное. Вот, я просто дико извиняюсь, что не получилось вчера видео выложить, хотя обещал. Но видите, у нас такие ремонты тут идут. И, соответственно, не очень удобно, потому что сверлят, долбят. И записывать, монтаж делать вообще неудобно. Ну и по времени не получилось, потому что я там занят был своими делами. Плюс рецепт на обломрышке выложить. В общем, видео смотрите, будет интересно.